Российской Федерации Мальков в 80-летие со дня образования Красноярского края. Или пункт в области культуры и искусства. Я хочу рассказать про особенности этой выставки. Дело в том, что на ней... Веселье на этот день было не жить. Выставка, которую мы сегодня открываем, она уникальна и на то, что люди, уезжая на Тенеры, погружаясь месяцами, проживая у кого-то в частных домах, просто на природе, и постигая культуру другой страны, постигают ее дух и ментальность. И это очень важно. Люди нас угощали, цари Сарсов Спокойствия угощали, вот как нас простые христиане. Мы с ними общались, все было замечательно. Спасибо Сергею вам за такую замечательную выставку. И дай Бог, чтобы они были регулярны. Я думаю, что фестиваль есть очень хорошая перспектива. Действительно большой настоящий праздник для всех тех, кто любит настоящее искусство. И, конечно, хотелось бы сказать огромные слова благодарности нашему правительству и Министерству культуры. Это на их плечи лег огромный труд и ответственность. К сожалению, мы сегодня не видим здесь на открытии Геннадия Олеговича Рукшева, который не просто организатор, а человек, который может весь процесс выстроить так, что получается замечательный результат. Я думаю, у красноярцев будет прекрасная возможность в течение фестиваля посетить наиболее интересные мероприятия. И здорово, что он открывается как раз нашей выставкой. Точно так же, как традиционный Суриковский фестиваль, открывается отчетная выставка Красноярского союза художников. Я всех поздравляю с праздником.